Здравствуйте. У нас двое детей, и оба они посещают образовательный центр «Миллениум». Сын учится в первом классе, а дочь ходит в среднюю группу садика. Для нас очень радостно видеть, как каждое утро они встают и с хорошим настроением отправляются в школу. И весь день мы можем заниматься своими делами и работой, и быть уверенными в том, что за детьми присмотрят и накормят их. Каждый раз, каждое утро мы слышим, что они с хорошим настроением отправляются в садик, и мы уверены, что они получат и хорошее образование, и будут разносторонне развиваться. Потому что помимо обычных уроков, в «Миллениуме» есть и все необходимые кружки. Это и риторика, и хореография, и уроки карате. И наш сын недавно получил свой первый пояс. Это здорово, потому что ребята растут не просто с хорошим образованием, а получают всесторонние знания об окружающем мире. И мы уверены в их будущем уже сейчас.